Еще раз снимаю голубятню. В Казани на Карбышева 2 как раз вот видно, голуби вышли. Такое количество замечательных птиц. Напомню, что голуби во время войны наравне с собаками и с лошадями помогли одержать победу. Это такая важная птица. В Казани свой голубь есть. Своя порода. Вот поэтому надо эти голубятни сохранить обязательно, так как новые уже заводчики не появятся. А если мы сохраним эти голубятни, люди их передадут своим внукам, детям, и традиция будет не утеряна. Она многовековая, эта традиция. Поэтому давайте поддержим эту инициативу и при реновации районов, чтобы голубятни сохранялись или их заново выстраивали уже в таком хорошем виде. Всем доброго дня!